Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр», студія Ніда Рашевська. 4С справжньої жінки. Що це за таємничий код, дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. 4С. Сміле, щасливе, сладке і стильне. Чоловік щаслив настільки, наскільки сам вирішив бути щасливим. Настоящий момент самый ценный, самый важный в жизни каждого человека. Женщина должна работать над своим внутренним миром. В первую очередь она должна изучить себя. Якою повинна бути жінка, щоб її оцінив справжній чоловік? І яким повинен бути чоловік, щоб його оцінила справжня жінка? Почуємо саме зараз, в канун нового 2018 року. 31 декабря. Друзья мои, с наступающим Новым годом! Конечно, у всех у вас куча дел. Подождет ваша куча. Всех дел, во-первых, не переделаешь, а во-вторых, пообщаться с прекрасным человеком, а наш сегодняшний герой – это удивительно прекрасная и умная женщина, я думаю, вам пойдет только на пользу. Насладиться красотой и услышать несколько очень полезных советов мы сейчас сможем с вами. Но, конечно, хозяйка на кухне, потому что до Нового года остается всего ничего. Хозяйка что-то делает. А что делает? Лена, здравствуйте, друзья мои. Прошу любить и жаловать. Елена Китриш. Вот это прекрасная, прекрасная женщина, которая готова поделиться с вами, господа, в последние часы уходящего года несколькими добрыми советами. Лена, вы на кухне хлопочете, да, что делаете? Готовлю салатик Новый год, вот такой вот диетический салат, достаточно легкий, достаточно весенний, несмотря на то, что зима, называется «Тещин язык». Тещин язык, тещи, внимание, сейчас именно вот этот салат, а что в него входит, Лена, и почему именно его вы готовите на Новый да, год? Да, смотрите, Анеточка, помидорчики, у нас огурчики, перец, вот, сладенький перец, яйца, язык, вот, говяжий язык, ну, и все это заправляем вот таким вот дижоном, да, майонезик, добавляем немножко соуса соевого. И все? И все, да. Ну и посмотрите, как это все получится для женщин, которые следят за своей фигурой, которые всегда хотят быть в форме. Я думаю, это отличная вот альтернатива. Лена, а тещин язык, а как он еще называется, этот салат? Ну, я же психолог, да? Вы же ко всему подходите, наша героиня ко всему подходит психологически. Да, Анеточка, ну вот я хочу его назвать «Мы счастливы». Мы счастливы. Вы, я, все женщины, мы счастливы. Потому что по-другому нельзя. Вы знаете, вот в Сан-Франциско есть кафе, которое назвали «Кафе благодарности». И там все пункты меню названо «Я счастлив», «Я отважен», «Я все могу», «Я любим». Вот, вот такие аффирмации. Вы знаете, у нас часто внутренний голос внутри, который мешает поверить в себя. Да? С которой тормозит даже. Который, тут, да. Тебе хочется воспарить, да. Сказать «я счастлив», а внутренний голос говорит «нет, ты не да, счастлив». Да. И вот такие аффирмации, да, вы приходите в кафе и вы заказываете «я счастлив», «я все могу». Повышается что? Самооценка, повышается уверенность. Поэтому наш салатик мы назовем «мы счастливы». Друзья, мы счастливы, хотите вы этого или не хотите. И стоит попробовать этот волшебный салат, как действительно новогоднее настроение, во всяком случае, обязательно появится. Каждая женщина, я считаю, должна уметь готовить, любить готовить, вот, потому что к современной женщине у нас совершенно другие уже требования. Не только, как я говорила, не только красивая, но это должна не только хозяйка, естественно, готовить и кушать, должна работать, должна заниматься каким-то либо бизнесом, либо работа обязательно. Условия вот такие уже как бы требования к женщине. То есть домохозяйки, Елена, домохозяйки уже отходят немножечко в прошлое или все-таки... Да, вы знаете, если женщина стремится уже быть современной, которая идет в ногу с модой, да, то она должна реализовать себя.
она должна быть социально активна. Вот. Не только на кухне, она должна быть и в социуме также активна. А вы знаете, вот некоторые активность, например, очень богатые люди, женщины не работают, они себя реализовывают где-то в фитнесах, в бассейнах и так далее, но это какая-то, может быть, односторонняя реализация? Вы знаете, это большая ошибка женщин, потому что в душе она будет несчастна. Допускает, экономической основы у женщины нет. Все может случиться в наше время. Все может случиться. У нее должна быть экономическая уверенность, чтобы сохранить вот ту автономию, сохранить саму себя, да, ни от кого не зависит. Пусть небольшой доход, но у каждой женщины должен быть свой экономический доход. Друзья мои, это совет не только красивой женщины, это совет психолога всем женщинам в канун Нового года. Не забывать о себе, потому что женщина влюбляется, да, все, бросает учебу, бросает работу. Естественно, этого делать не нужно. Всегда нужно в первую очередь заботиться о себе, уважать себя, влюбиться в себя. Вот. Вот такие критерии. И потом будет уважать такую женщину и мужчину. Безусловно. Салатик у нас получился. Тем более, что, друзья мои, на приготовление этого салата потребовалось не так уж много времени, но посмотрите, какая красота. И мы до того, как начнется шествие Нового года, мы еще успеем его попробовать и поговорить. Елена, вы рекомендуете пробовать? Естественно, конечно, Анеточка. Такой красивый салат. Не грех попробовать в канун Нового года. Друзья мои, салат «Тещин язык» или «Мы счастливы» уже разложен в тарелках. И я думаю, что мы его и будем пробовать. И у нас есть еще время до Нового года, остается еще немного времени. Дорогие мои друзья, вот скажите, женщины, какой нужно быть, чтобы тебя полюбил настоящий мужчина? Этот вопрос я адресую нашей сегодняшней героине. Прекрасной Елене. Лена, будьте добры, какой должна быть женщина, чтобы ее полюбил настоящий мужчина? Вот очень скоро мы будем пить шампанское, будут бить часы, и можно загадывать желания. Женщины загадают, которые ждут любви. Какой должна быть женщина, чтобы ее полюбил настоящий мужчина? Ну, секрет прост. Настоящий. Настоящий мужчина и настоящая женщина. Вот. Я как-то спросила у очень успешного мужчины, такого завидного холостяка, вот какой должна быть девушка, да, чтобы завоевала твое сердце? Знаете, что он мне ответил? Он сказал, она не должна ставить мужчину в центр вселенной. Она меня не должна ставить в центр вселенной. В первую очередь она должна думать о себе. О себе. Это также должна быть успешная девушка, которая ставит цели, которая стремится к большему, которая чего-то хочет достичь в этой жизни. Вы знаете, есть такие критерии сейчас современной женщины, какая она должна быть. Вот 4S. Это в первую очередь она должна быть смелая. Смелая. Выходить из зоны комфорта своей. Выходить это как, Леночка? Ну вот зона комфорта, да, вот где-то ей удобно, ну, больше дома находиться, да. Она боится пойти в театр, пойти в кино, пойти посмотреть какие-то картинные галереи, где-то что-то увидеть, как-то наполнить свою чашу, да, больше общаться с людьми, больше выходить как бы в люди. Вот она должна быть смелая, проявлять себя. Она должна быть счастливая. Потому что мы не должны ждать счастья от другого, да? Если женщина несчастлива внутри, какой бы успешный мужчина ни был, он ее счастливой не сделает. Да что вы? Ну, естественно, конечно. Поэтому женщина должна работать над своим внутренним миром. В первую очередь она должна изучить себя, изучить свою внутреннюю сущность. Вот. Следующая женщина должна быть сладкая. Сладкая женщина, друзья мои. Ну, это, наверное, высшее мечтание любого мужчины. Да.
женщина должна быть сладкая, она должна быть сексуальная. И мужчинам это нравится. И женщина должна быть стильная. Вот видите, 4 S. Смелая, счастливая, сладкая и стильная. Она должна следить за своим внешним видом. Что-то мужчины не говорили, но все-таки они любят глазами. И женщины должны знать это как «Отче наш». То есть даже когда мужчина говорит, мне ты, Люба, ты для меня прекрасна в любом наряде, даже в халате или еще где-то, то не, на самом деле это не так. Не верим, на самом деле это не так. Пройдет эйфория, пройдет вот этот первый этап влюбленности гормональной, и естественно мужчина будет обращать внимание и на внешность. Поэтому следим очень тщательно за своим внутренним миром, за своим внешним миром. Если мы будем только следить за внешностью, а не работать над внутренней своей частью, да, это также будет однобоко. Вот. Ну, оно действительно так, потому что может быть прекрасный сосуд, но если он внутри пустой, то он будет просто вот как бокал, который вот сейчас мы наполним шампанским, но пока он пустой, и ну просто бокал. А если в нем будет искристое шампанское, это уже совсем другое, да, Еленочка? Конечно, да. Женщина должна быть умной. Умной, но где-то не показывать, где-то притвориться глупышкой, только притвориться. Вот я хочу рассказать такую историю, смешную достаточно. Одна блондинка зашла в казино и поставила рулетку на 22. Раз и выиграла. Поставила еще раз и выиграла. Опять на 22 и выиграла. К ней подходят мужчины и говорят, расскажи, в чем секрет? Она говорит, вы знаете, я приехала в город на поезде номер 7. Я поселилась в гостинице номер 7. Я живу на улице номер 7. 7 плюс 7 плюс 7 – 22. Понимаете, 7 плюс 7 плюс 7 – 22. Вот. Главное не показывать, да, что вы где-то там умная, где-то все-таки мужчины, они любят быть первыми, они вот такие охотники. Мужчин нужно хвалить, показывать, что они умные, достаточно сильные. И вот такие должны быть. Леночка, вот сейчас такие последние часы уходящего года, это всегда очень как-то, с одной стороны, это очень радостно, а с другой стороны, мы ждем нового. От нового года мы ждем нового. А потом это новое не всегда приходит, и наступает разочарование. Вот сейчас, вот за этим прекрасным столом, из ваших прекрасных уст, услышать, как ждать нового, но при этом не слишком разочаровываться, если это новое приходит в каком-то некоем видоизмененном таком состоянии. Вы знаете, мы постоянно чего-то ожидаем, ожидаем, ожидаем. Мы постоянно размышляем о прошлом, да? Думаем, что там было в прошлом. Мы тревожимся о будущем. Прошлое, будущее, и мы с сожалением относимся к настоящему. Нас постоянно что-то не устраивает, что-то нам не нравится, а хотелось бы вот так, а такие потребности, они получаются, и мы не видим настоящего момента. Самое главное – это настоящее. Что такое счастье? Счастье – это действительность минус ожидания. Минус ожидания. Отбросить все ожидания. Ценить то, что мы имеем именно здесь и сейчас. В настоящий момент. Настоящий момент самый ценный, самый важный в жизни каждого человека. Либо женщины, либо мужчины. Вот жить в настоящем моменте. Все придет, если есть цели, если женщина четко идет к своей цели, достигает поставленных целей, она добьется того уровня, которого хочется. Но настоящий момент, он самый ценный. Поэтому вот сегодня, сейчас, друзья мои, вот елка, вот Новый год уже вступит, вот прекрасная женщина, вот замечательный стол. И я думаю, что несмотря на то, что вы сейчас хлопочете тоже, это тоже прекрасный момент, это тоже настоящий. Настоящий момент, только ценим настоящий момент здесь и сейчас. Елена, хорошо, а как себя настроить на то, чтобы не жалеть о том прошлом?
прошлом. Да, вот человек постоянно, очень часто он уходит в прошлое и говорит, вот там было лучше, а впереди непонятно что, а сейчас просто безрадостно. Будьте добры. Из ваших уст совет. Знаете, Авраам Линкольн как-то сказал, человек счастлив настолько, насколько сам решил быть счастливым. Если женщина, либо мужчина решила быть счастливой, решила, ничто внутреннее ее не может нарушить той гармонии, ничто. Но если ей постоянно внутри она не разобралась с собой, да, не изучила себя, она занимается постоянно внешним видом, но не заботится о внутреннем своем содержимом, не наполняет вот ту творческую чашу. У каждой женщины есть чаша, чаша. И что, потому что мы... Если мужчина сосуд, женщина чаша? Да. У каждой женщины есть чаша. И мы постоянно, мы отдаем энергию. Мужчина берет энергию, а женщина отдает. Если ее чаша пуста, если она сама несчастлива, если у нее дисгармония внутри, что она может дать мужчине, что она может предложить миру? Вот. Поэтому нужно наполнять свое содержимое, наполнять очень много разных методик, которыми можно наполнять. Ну, например, как делаю я хожу в книжные магазины, я просто обожаю. Я когда захожу в книжный магазин и вижу эти книги, я готова скупить все, потому что книги нам дарят замечательные идеи, возможности. Много читаю. Женщинам также рекомендую очень много читать. Развивать не только тело, но и развивать мышцы, развивать свой ум. Ходить в театр. Казалось бы, у нас прекрасный город, у нас прекрасные театры. Ходить в театры, созерцать именно вот это искусство, оно очень расслабляет и также вдохновляет. Ездить на природу. Вот единение с природой также наполняет женщину. Естественно, здоровый образ жизни. Это правильное питание, вот такие салатики легенькие. Я люблю покушать, но... Ну, по вас, Лена, так сильно и не скажет, что вы любите покушать. Наоборот, телезрители могут спросить, на какой диете вы сидите? Я люблю покушать, но очень-очень себя ограничиваю. Потому что мы должны есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Наше питание должно быть умеренным, не перегружать свой желудок, заниматься активным образом жизни, здоровым образом жизни. Это и спорт. Видите, у меня стоит велотренажер. В следующей комнате арбитрек. Это ежедневное занятие. Час я уделяю спорту в своей жизни. Один час вечером обязательно у меня тренировки. Это независимо как... от того, устали вы, не устали. Это как образ жизни. Много лет я занимаюсь спортом. Это помогает мне как бы снять какой-то стресс, напряжение, очиститься, поддерживать себя в форме, здоровый образ жизни, активный образ жизни. Также для современной девушки жизненно необходим. Хотя, казалось бы, темп жизни очень быстрый. Вот. Но когда мы сели на велотренажер, пропотели, приняли душ, мы чувствуем себя легкой, очищенной и с позитивными эмоциями. И даже при этом не обязательно ходить в какие-то салоны или в гимнастические залы. Все у вас, как у настоящей женщины, все при мне. Да, да. Также мы с мужем ездим в лес, скандинавская ходьба, мы ходим на финских палках. Вот суббота, воскресенье, также единение с природой. Все, что я рекомендую нашим прекрасным, замечательным женщинам. Все женщины замечательные, все женщины уникальные, все женщины очень красивы. Нету некрасивых женщин. И для женщины красота очень важна. Вот мужчина думает мерками плохо, хорошо, а женщина думает красиво, некрасиво. И знаете, самый больший регресс женщина получает, когда чувствует себя и внешне, и внутренне некрасивой. Поэтому заботиться о внешности, о внутреннем состоянии. Если есть какая-то цель снять какие-то килограммы,
Все это решается. Главное поставить цель, верить в свою цель, знать, что все возможно, никогда не сдаваться. Трудности были, есть и будут на пути встречаться. Нельзя достичь цели, не прилагая усилий. Только через усилия. Чем отличается современная женщина от древней женщины? Потому что ей тогда принесли все, она хранительница очага, да? Вот. А современная женщина... Усилия в ее жизни – это нормально, и она должна прилагать эти усилия, не бояться усилий и постоянно выходить с этой зоны комфорта. То есть женщина третьего тысячелетия, в котором мы с вами сейчас живем и встречаем 2018 год, она значительно отличается от женщины, ну, допустим, 1900 года. Да, значительно отличается в социальном плане, в бытовом плане. Это совершенно другие женщины. Леночка, итак, женщина третьего тысячелетия. Вот мы и подошли к главному нашему вопросу. То, что она должна быть активна, то, что она должна быть красива, творческая. И самое главное, вот как вы полагаете, женщина третьего тысячелетия, это как-то звучит так, даже можно сказать, угрожающе немного или нет? Возможно. Женщины занимают сейчас достаточно... большие позиции в социуме, вот, достигают больших высот, больших постов. Это есть хорошо. Вот. Так что она другая, она меняется. Я думаю, что с каждым столетием женщины будут все лучше и лучше. Мы идем в правильной динамике. Главное не сдаваться, главное идти вперед, любить себя, уважать себя, приобретать уверенность в себе, формировать свою самооценку, потому что наша самооценка, она похожа на винегрет. Вот что-то сказали в детстве, что-то сказали в саду, что-то сказали на улице, что-то сказали в школе, и все это мы начинаем принимать к себе, да, к своему внутреннему состоянию. И самооценка у нас падает. По статистике 80% людей в мире имеют какие-то комплексы, где-то заниженную самооценку. Поэтому работать над своей самооценкой, над своей уверенностью в себе. А чтобы быть уверенным, меньше критиковать себя. Мы привыкли, что-то сделаем не так, да, вот какой-то перфекционизм должен быть. Все и хорошо, и все на пять. Мы не даем себе права на ошибку. Давать право на ошибку. Ну да, 7 + 7 + 7 будет 22, и выигрыш обеспечен. Да, вот какой мысленный настрой, какой образ мыслей будет у женщины? Позитивный, оптимистический образ мыслей сейчас у женщины, не фиксированный, а мышление роста. Она должна постоянно думать о росте и прилагать усилия к этому росту. Пределов совершенству нет. И женщины любят стремиться к совершенству. Не на все 5 баллов, пусть на 4, но идти на 4 балла, но вперед. Главное не останавливаться. Не останавливаться, верить в себя. Господа, самое время проводить старый год. Самое время сказать друг другу несколько теплых слов. Поблагодарить старый год, уходящий год, за то, что... Он был с нами за то, что мы были с ним. Правда, Елена? Да. Потому что нужно обязательно быть благодарным ему. Конечно. Поэтому мы, друзья мои, вместе с вами благодарим этот старый год, каким бы он ни был. Это часть нашей жизни, но она уходит. А впереди Новый год. Новый 2018 год. Леночка, что бы вы хотели пожелать себе, мне и всем нашим телезрителям, и, конечно, телезрительницам? Хочу пожелать женского счастья, просто счастья, здоровья, любви, верить в себя. Хочу, чтобы все проблемы, какие есть у женщин в ваших семьях, вот привалило снегом. Вот чтобы выпал такой снег и привалило все снегом, чтобы очистились. И вот когда снег сойдет, а вы вот такие чистые, такие свежие, такие без проблем, счастливые, красивые, милые, шли вот в ногу с новым течением, с новым годом, этим годом собаки, очень преданным. Год собаки, собачка, она преданная. И
любите себя, любите свою семью, любите окружающих, дарите близким, родным вот ту радость. Самое главное – радоваться жизни. Радость у нас есть в каждого. Мы заложены, вот так заложено у нас физически, биологически. Мы должны радоваться жизни. Поэтому побольше вам радости и знать, что вы лучшие. Не одна из лучших, а лучшая. Каждая женщина, она лучшая. Друзья мои, с наступающим Новым годом! Тож, друзі, з наступаючим новим 2018 роком. І хай здійсняться усі ваші добрі мрії. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре!